есть глубокое убеждение, что проект Украины – это не обамовский проект. А чей? Этот проект ему навязан. Ну, кем? Ну, он, да? Она отвечает за Украину. Это действительно не обамовская политика. Это спецоперация. Украина была спецоперацией. Нет никаких оснований считать, что эта спецоперация была сделана, заказана Обамой. Что вот он ее заказал для того, чтобы втянуть Россию в эту самую конфронтацию. Причем все практически структуры американские, которые не занимаются ширпотребовским пиаром, то есть пиаром на потребу массовой аудитории, они все прекрасно понимают, что да, организован тот же Фридман Стратфорд, да, сказал, ну, конечно, типичный госпереворот, конечно, это мы сделали, американцы, а что еще это? То есть никакого вопроса перед операторами американской политики о том, что сделали они там переворот, не делали, или он случайно произошел в неволе и сознании, никакого такого нет. Да?